Дубль 2 в Энгельсе по факту невыдачи зарплаты на предприятии «Автомобильный ремонтный завод» возбуждено второе уголовное дело. Как сообщает областная прокуратура, с октября 2015 по июнь 2016 года частично деньги не выплачивались 10 работникам предприятия на сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Сотрудники прокуратуры объявляли предостережение, составляли административный протокол, однако руководство завода долг перед работниками не погасило, хотя реальная возможность была. Как итог, возбуждено дело по статье «Частичная невыплата свыше 3 месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации». Первое же уголовное дело в отношении руководства завода возбуждалось по статье «Полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы». В эфире нашей программы мы рассказывали о подобном случае. Также в Энгельсе не выплачивают зарплату на Центральном автомобильном ремонтном заводе номер 9, где долг перед работниками составляет 27 миллионов рублей.